Надводные корабли военно-морского флота уже вошли в него. Через несколько минут они пройдут парадным строем. Могут обнаруживать и дистанционно уничтожать мины как в толще воды, так и на дне. На фарватере Сергей Борисенко. Корабль предназначен для уничтожения боевых кораблей противника. Россия является первооткрывателем в области постройки ракетных катеров. Малые, созданные как промежуточное звено между ракетными крейсерами и ракетными катерами, эти небольшие корабли вместили в себя две пусковые установки противокорабельных ракет «Малахит», зенитный ракетный комплекс «Асад». Командир корабля – капитан-лейтенант Виталий Козьяков. В парадном строю большой десантный корабль «Минск». Командир корабля – капитан второго ранга Антон Никулин. Большие десантные корабли этого проекта являются основой российского десантного флота. Завершает прохождение отечественных кораблей большая дизель-электрическая подводная лодка «Владикавказ». Командир корабля – установки минных заграждений, ведение разведки. Они являются одними из самых малошумных серийных подводных лодок. На них. В небе легенды морской авиации. Модернизированные противолодочные. Завершает парадный строй авиации группа штурмовиков Су-25БМ. Они разбиты. Поздравляю вас с днем!